Генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов заявил, что 18 марта будет голосовать в мирном. Вот как он прокомментировал свое решение. Голосовать буду в Мирном на одном из наших избирательных участков. Решение принял об этом уже давно. И много рабочих вопросов, которые назрели, которые будем обсуждать на этой неделе. Командировка насыщенная в Айхал, в Удачной. Ну и в воскресенье я хочу посмотреть, как организована работа по выборам президента Российской Федерации. И хочу проголосовать здесь, потому что здесь сердце компании, здесь весь наш коллектив. Мы сами определяем свое будущее, оно в наших руках. Я, как только достиг электорального возраста, ни одни выборы не пропускал, где бы я ни находился. Я считаю, что это наша ответственность, так же, как и в части промышленной безопасности, все зависит от нас, все в наших руках, так и будущее страны в наших руках.